Бела, вот, ну, я азербайджанец, я так думаю. Отец дружил с армянам давно. Это было давно, но дружили. Он всегда приходил к нам в гость, был уважаемый человек. И мой отец поехал к нам. Зачем это надо? Вот сейчас вот один там ваш земляк обзывает. У вас, естественно, хорошее впечатление, правильно, остались об армянах? Ну да, ну, скажу, чтобы, ну да. Да, потому на данный момент просто, понимаете, ваше правительство, да, азербайджанцы и армяне, которые живут за пределами страны, тут они хорошо вместе общаются. А внутри вашей страны идет очень большая пропаганда против армян в садиках, в детских садах, в школах. Нас считают врагами, учат детей, что мы враги. И как вы думаете, с таким макаром можно добиться мира или нет? Я думаю, и у вас тоже так же, понимаете? Так нет, так мы не никто не добьется. Да. Если такая пропаганда, никто не добьется. Никто не добьется. Да. Конечно. Прежде всего, надо убрать пропаганду внутри страны. Здравствуйте. Внутри страны. Я думаю, что это Латиф. Это Латиф очень адекватный человек. Спасибо, да. Латиф. Ты очень адекватный человек, Латиф. Спасибо, не такой, как ты. Не такой, как ты. Бела, я скажу так, да, вот, мне 56... Я игнор, мы будем это ценить, ваш адекватный разговор. Да, спасибо, я просто... Что есть на свете такие умные, хочу... грамотные люди, как вы, благодаря я вам, хочу... только наступили. Хочу мира. Спасибо, я хочу Латин. Мира. Разве... Я хочу мира, мир во всем это... мире. Спасибо, Латин, какой ты хороший человек, адекватный человек. Латин хороший, Бог, посмотрите, Игнор, как он Латин. Хороший. Игнор тоже хочет мира, он, между прочим, Латин тоже азербайджанец. Спасибо, да, вот я сейчас скажу, вот из всех сторон, стороны армян много кто погибли, стороны наши много что погибли, молодые солдаты, да, вот, которые жизни не видели 20 лет. Конечно, жалко, за что погибли, давай так, за что погибли, не за что. Латин, а ты сам откуда? Я с Белой вместе живу, с Белой. В Беларуси живешь, да, Ляти? Да, с Белой места живу. Земляки. Города Гомеля. Армянка, вот, Латиф, я азербайджанец. Вот, город Гомель. Адекватно. Белла, город Гомель. Я очень рада. Я город Гомель. Мы с тобой, между прочим, земляки. Я прошу, ну давайте я уже ухожу. Немножко болею, это самое. Ну я думаю, что... Я прошу, давайте... Адекватный человек. Латиф, подпишись на меня, пожалуйста. Я очень адекватный человек, тоже хочу мира, люблю, да, хороших. Давайте людей. Будем. Латиф, он врет, он тебя спасибо, будет учить к армянам не ходить. Какой ты хороший, Латиф, ты мой. Врет, ну, хороший. Латиф, если вам в Игнор в личку будет писать, не отвечайте, пожалуйста. Заплатите. Хорошо, давайте. Пока, до свидания. Игнор, заблокируйте, Латиф, он плохой человек, он бит нахуй. Да, Латиф. Ну, вы видите, о, вы видите, да, она вот значена. Зачем это? Ну ладно, а да, ну ладно, пока я плохой человек, хорошо. Ну ладно, давайте, до свидания, пока. Латин, ты туркец, ахпер. Нет, туркец, ахпер. Я азербайджанец. Тогда хороший человек, мы не можем ничего плохого сказать. Подожди, когда сюда поднимается адекватный азербайджанец, он представляет твою страну на высоком уровне. Тебе больше нравится, когда поднимаются и начинают с грязных матов и все. Я думаю, что если Армения и Азербайджан дружили бы, друг друга помогали бы, ездили бы гость, ну, я думаю, что было бы хорошо. Я так же. Шашлыки жарили бы вместо. Ну, я еще раз говорю, раньше все же дружили. Да, раньше же дружили, когда я был маленький. Ишкан, жарили бы возле Сивана, правильно, Латиф? А разница нет, ход где? Я бы с удовольствием тебя в том же Сиване утопила бы, клянусь тебе. Кого? Меня? Его надо, правильно, Дивич. Я дала бы всем рыбам. Видишь, как меня любят мои земляки, Латиф, видишь, я тоже оттуда родом, из Армении, как они любят меня. Латиф со мной согласится, сказал, его можно. Да, его можно, пускай Белла его утопит, пускай. Пускай топит. Латиф, чульбашина, Латиф, чульбашина. Да, чульбашина, я тебя засунула бы еще в горы, гидейсь. Ну ладно, давайте, пока, до свидания. Хорошо, да, заходите иногда ко мне на обед. Еще одного адекватного подними, пожалуйста. Думаешь, у вас есть столько адекватных?
молодец, Латив, видишь? Адекватную, подняла адекватную. Ханума, Ханума, Ханума.